Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 25 мая 2022 год. Мой большой адениум толстенький распустил 3 цветочка, и у него будет примерно 5 или больше чуть-чуть. Цветы намного больше, чем у предыдущего, потому что он довольно-таки толстенький у меня, вот так выглядит. Каудекс его растет очень быстро, такой толстенький, упитанный. Чуть больше, чем 1,5 года ему. В 2-литровом горшке сидит у меня. И отбросил много, отсушил бутончиков. Сейчас разветвился вот так в 3 ветки, даже в 4. Листики немножко скручены. Наверное, я его чуть-чуть подзалила. Надо, чтобы он хорошо просушился. Очень-очень он подрос за это время. Вот так он выглядит. Разветвился сильно. И чудесные цветочки у него такие красивенькие. Они намного крупнее, чем у предыдущего адениума. И предыдущий адениум уже начинает отцветать у меня. Сейчас я его для сравнения поставлю рядышком. Такой тяжелый, увесистый слоник. Для сравнения я поставила рядышком с ним поменьше адениум. Вот у них каудексы вот так отличаются прям друг от друга. Кардинально. Все мои адениумы очень друг от друга отличаются каудексами, листвой, но цветочки у них похожие. Этот уже отцветает, а этот только зацвел у меня. Цветочки крупнее намного выглядят. И такие свеженькие, красивенькие. А этот уже начинает отцветать. Уже парочку он сбросил, но последний бутон почему-то не раскрыл еще. И все равно он такой становится яркий, необычный. И долго-долго меня радует. И очень сильно обрадовал новый адениум, который зацвел. Один у него недораскрывшийся какой-то такой, недосформированный цветок. Много-много бутонов он отсушил у меня. Но все равно очень-очень необычный такой цветочек у него. Этот вот недавно раскрылся. Намного крупнее они, потому что сам адениум такой толстенький. И листики у него тоже по сравнению с этим. Вот так он выглядит. Крупнее, выше намного он его. Я не знаю, что с верхушкой я буду делать, но пока оставлю так. Пока он будет расти, также в своем горшке. Места у него здесь много. А потом, через некоторое время, мне будет интересно его вытащить и сформировать каудекс. Может, убрать какие-то лишние корешочки и поднять его. Пересадить в новый грунт, но это будет чуть позже. Остальные цветы я вам тоже покажу, какие у меня сейчас зацветают. Также покажу, где мы гуляли в саду, слушали пение птиц. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, буду очень рада подписчикам, новым друзьям. Всем спасибо. Мира, добра, здоровья. В конце я вставлю музыку и цветы, которые у меня еще цветут. Всем всего доброго. Пока-пока.